Мои хорошие, всем большой привет! Вы на канале Обзорные обзоры. И сегодня я хочу показать вам новогодние боксы, какие я составила. У меня их получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 боксов. Вот, на разные цвета. Вот, разная немножко тематика. Вот, и давайте посмотрим, что у меня получилось. Вот такой вот бокс голубой. Сюда входит ободок для ушек. То есть на голову для ушек, ушки на голову, в общем, короче, ободок на голову, такие подвесные гирлянды, нежность, мишура, вот такая шарики, новогодняя гирлянда. Это голубой набор. Вот. Дальше у меня вот такой маленький наборчик синий, сюда входит щелкунчик синенький, мишура, также шарики и вот такие вот сосульки и еще вот такая вот подвесная декорация. Следующий набор золотой. Сюда входит декорация подвесная с бубенчиками, мишура, шкатулочка из новой коллекции, шарики, золотой щелкунчик и рамка для фотографий тоже из золотой коллекции. Сияние золота. Следующий наборчик серебристый. Сюда входит такая снежинка серебристая, большая, подсвечник мерцающий. Вот такая вот декорация. Елочные шарики серебристого цвета. Серебристая гирлянда. За сколько она там? 199 вроде бы стоит. Вот, вот таким вот теплым светом. У меня в предыдущем видео обзоре, где я показывала свои покупки новогодние, почему-то она в темноте у меня не светила таким вот. В полной темноте она, конечно, светит не теплым светом. Но вы можете посмотреть. Но, наверное, это просто камера не передавала. Вот, а здесь прям теплый свет. Дальше. Вот такая вот кружечка сюда входит. Merry Christmas. Следующий наборчик. Это белый набор. Сюда входит мишка. Вот такая вот тарелка с медведем. Ангелочек белоснежный. Вот такие вот декорации на елочку. Подвесные, деревянные. Волшебный шар со снегом. Кружечки. Две штучки и птички. Следующий новогодний набор, он тоже такой золотистый. Вот. Ну, просто вот такой вот миленький наборчик ребенку можно подарить. Это тарелочка-лисичка. Вот такие совушки, птички, мишура. Тут более яркая мишура. Более золотая, здесь более такая белоснежная. Открыточка с Новым годом. Вот такие вот украшения на елочку из соломы. Кружечка счастливого Нового года и ангелочек. Следующий набор красный. Здесь, значит, у меня мишура, елочные шарики. Он немножко такой для кухни. Вот такой вот подставка. Ложка для подставки на кухне. Ну, для не подставки, как называется. Для лопаток, для ложек. В общем, вы меня поняли. Потом вот такой вот ангелочек сюда же. Домик пряничный. Светильник, можно его, он так классно мигает, создает уют, его можно и в детскую, в принципе, поставить, можно и в этот наборчик, его он очень подходит, также можно и для кухни, на кухонный подоконник, куда-то на стол там поставить, вот. Дальше вот такие вот тарелочки, две новогодние. И еще сюда входит щелкунчик. И вот такой вот наборчик.
салфеток на праздничный стол, к столу, вот, на Новый год. Так это все выглядит. Итого у меня получилось 7 наборов. Вот голубой, синий, золотой. Золотой набор, серебристый набор, белый набор, вот такой вот наборчик, тоже золотистый и немного такой он детский получился. Вот. И вот такой вот красный набор у меня получился. Все, кому нравятся такие видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мне будет очень приятно. Пишите комментарии, какие вы боксы себе сделали и делали ли вы вообще когда-нибудь подарочные боксы. Вот. Ну а сейчас я вам еще хочу кое-что показать. Это набор графитовой посуды с фикс-прайса, который, в принципе, подходит даже к праздничному столу. Сейчас я вам все покажу. Вот такой вот я хотела показать вам набор из фикс-прайс фирмы Luminarc. Это серия Vulcan Graphite. Он вот такой вот с серым отливом красивым. Темным. Мне они очень понравились. Сзади они вот такие вот ребристые. Их, в принципе, можно мыть. Не в принципе, а можно. По судомоечной машине. Вот это я не знаю, что обозначает. Ну, короче, сверхпрочное стекло. Я думаю, их можно и в микроволновку ставить. Это тарелка обеденная. 24,4 сантиметра. Вот такая вот она большая. Тарелочка. Стоит такая тарелка 77 рублей. Я купила таких 3 штучки. Следующая тарелка. Это тарелка десертная. 19 сантиметров. Она уже меньше. Вот это обеденная большая. Это вот десертная. Стоят они 55 рублей. Десертные тарелки я взяла 5 штучек. Следующая тарелка, это не тарелка, а вот такой вот большой салатник. Салатника я купила 2, одним я уже пользуюсь. Хороший салатник. 20 сантиметров. Его цена 149 рублей. Вот такие вот салатники. Мне они очень понравились. Почему я взяла эту посуду? Все просто. Фирма Luminarc, она хорошая. И потому что подходит под наш фасад кухни. Я вам более подробнее в обзоре покажу еще. Вот. Ну, пока вот так показываю. Под кухню подходит, потому что там белые шкафы у нас и блестящие такие, глянцевые. И матовое вот такое покрытие у стальных шкафов. Они такие темно-темно-серые, ну почти черные. Короче, эти тарелки идеально вписываются и под наш глянцевый стол. Вот, цену я сказала, да, 149 рублей, 20 сантиметров. Он такой вот глубокий, очень. И классный, я уже им пользуюсь. Следующая тарелка, это суповая тарелка 17,5 сантиметров, стоимостью 77 рублей. Я купила таких 4 штучки. Вот, они мне очень тоже понравились. Вот настолько они меньше салатника большого. Они достаточно глубокие.
Ну и последнее, салатник маленький, 13 сантиметров. Я взяла две штучки. Вот такие они по размеру. Сюда хорошо что-то положить из солений, что-то такое. Или что-то соломкой порезать. Такая вот она маленькая, небольшая тарелочка, салатник. Стоит он 55 рублей. Мне очень понравилась эта серия графитовая, Вулкан Графит. Вот, поэтому я скупила все. Но мне кажется, под новогодний стол тоже классно очень будет смотреться. Вот. Кто-нибудь покупал такие тарелки? Мне очень интересно, если вы уже долго пользуетесь, как они в использовании. Поделитесь, пожалуйста, своими комментариями. Будет очень интересно посмотреть и послушать ваши отзывы, что вы вообще думаете об такой посуде из фикс-прайса. Вот, но так как мне понравилось и, в принципе, подходит под мою кухню, я вот решила, да, все скупить и очень довольна. Вот такой вот у меня был обзор боксов и тарелок, посуды. Смотрите, даже под ногти под мою подходит. Ну, а всем, кому нравятся такие видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Вот, я еще дальше буду вас радовать и заряжать какими-то новыми идеями и мыслями. Вот, а это было все. Новогоднее все закончилось. То есть оно только начинается, но для меня я уже все сняла, все вам показала. Всех целую, всем пока-пока.